Поздравляем вас. Общественная наблюдательная комиссия по защите прав заключенных существует в нашем регионе с 2008 года. Каждый состав избирается на 3 года. Наблюдатели имеют право посещать все исправительные учреждения региона, общаться с заключенными, производить фото и видеосъемку. Их главная задача – контроль за соблюдением прав и интересов осужденных. Работают наблюдатели, в том числе во взаимодействии с уполномоченным по правам человека в регионе. У меня как уполномоченного, как у единственного человека, есть право посещать эти учреждения. Одна на все учреждения, я просто, вот мне не хватит ни сил, ни возможностей. И я очень рада, что есть такие общественные помощники, с которыми мы можем и обсуждать, и помогать друг другу. Это только усиливает и общественный, и государственный мониторинг соблюдения прав человека в местах лишения свободы. Члены наблюдательной комиссии – представители общественных организаций региона, у которых есть опыт работы в области защиты прав граждан. Всего в новом составе 16 наблюдателей. Елена Лобанова впервые вошла в состав этой комиссии. Она планирует больше внимания уделить вопросам содержания женщины и детей в исправительных учреждениях области. Права нужно защищать у всех. И человек любой имеет право на достойные к себе отношения. Даже если вдруг случится так, что если он оступился. Поэтому я надеюсь, что я помогу каким-то людям в жизни определить свой правильный путь, может быть, даже помочь как-то выйти из той ситуации, в которую они попали. Новый состав наблюдательной комиссии в нашем регионе 6-й по счету. Предыдущий, 5-й созыв, работал с 2019 года. Его председатель констатировал, работать было непросто. Пандемия внесла свои коррективы. Тем не менее, наблюдатели посетили все исправительные учреждения региона, активно работали с родственниками осужденных, проверяли поступающую информацию о нарушениях в местах лишения свободы. В условиях содержания вопросы всегда есть. Чтобы сказать, что там просто все хорошо, не скажешь. Но в процессе, конечно, они решаются. Но это касается и мы, в принципе, и по питанию тоже смотрим, и в части медицинской тоже смотрим. Есть проблема нехватки врачей. Вот это как бы проблема, которую мы точно знаем. Это есть. По питанию непосредственно вот мы общались с осужденными в разных колониях и в тюрьме. Все, в общем-то, отзываются очень хорошо. Свои же рекомендации и замечания члены наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных направляют в первую очередь руководству учреждений и региональное управление ФСИН. Кроме этого, взаимодействуют общественники с полицией и прокуратурой региона. В том числе они проводят совместные проверки исправительных учреждений. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».